Ники, за Новый год тяпнем! Ай, Хрюн, смотри, у Лёвушки-то глазки заблестели! Всегда был тушите свет, а сейчас зажгите свет! А теперь наоборот! Потому что Новый год! О, а теперь наоборот! Потому что Новый год, ребята! Мне это какую-то песню кобылетельную напоминать! Да! Может, споем, а? Вот так сразу? Так а чего тянуть-то? Давай, Юрич, затягивай! С Новым годом и веком, друзья! Эх, мощно, Юрич! Иначе нельзя! А как же! Чтобы праздник пришел в каждый дом, правильно, давай нальем! Свет потушим и ящик зажжем. Помнит своя! Кто-то тянет, господа! Между первой и второй, как известно, перерывчик небольшой. Держись, Юрий! Мы на минуточку, Лёвушка! Так, с кого начнем поздравление? Ну, с кого? Конечно, новостей! Значит так, залетаем сегодня и с порога сразу о главном. Ой! Агусинского? Дурак ты, Степка! С Новым годом! Сообщают и Рейтер, и ТАСС. Новость главную на этот час. Что пришел к нам по ряду причин. Век под номером 21. Наш спецкор сбивает с ног. Не смог. Но никак не опроверг. Резюме? Значит, все же наступил Новый век! Все-таки недальновидный народ эти новостники. Ага. Живут сегодняшним днем. Покинутся спортсменов, поздравим. Гантели, Степка, не забудь прихватить. Накачаемся. Точно. А сейчас предлагаем мы наш... Чего? Как всегда, не кривой репортаж. Ух ты, совсем прямой! Как пошел на рекордный забег. Новый день, Новый год, Новый век. Верим мы, что наш народ... Давай, наливай! ...будет всех быстрее, выше в Новый год. И сильнее, чем Титан. Ну, а прыгать будете лучше, чем Стопа. Ёшки-матрёшки! Что-то, Виктор, сегодня ты злой. Надо ж в полночь и с Карамурзой. Ладно, встретим вдвоем Новый год. Глянь, закусочка сама к нам лезет в рот. Я хотел бы в Новый век, чтобы перестали есть моих коллег, информируя народ. Ибо наш канал не врет. Кое-кто считает, что наоборот. Степка, ежели б не Мурза, хана нам. У этого Карамурзы не передача, а просто любовная записка. А сегодня в полночь. Хрюн, куда мы в итоге пришли? Как куда? В итоге. Ой, а нам надо в итоге. Время мчится вперед и вперед. Вот уже 5 минут. Степ, кто это? Новый год. И настал без сомнения срок. Степ, это Новый год. Подвести самый первый итог. Просим. С НТВ, уверен я, а Новый век встречают старые друзья. Но мотать пора на ус. НТВ на свете есть, и это плюс. Правильное решение! Оторвав календарик лист, я скажу вам, как натуралист, только что наступил год змеи. С новым ядом, родные мои! Говорят, что в этот год счастье, если не придет, то приползет. Так пускай уходит вон. Кто? Прошлогодний огнедышащий дракон. А ну-ка дыхни! Пожалуйста.
хотелось бы, чтоб новый век дал мне повод создать спецпроект. Ага, на 807! Например, как какой-то поэт. В прошлом веке отмечал 200 лет. И повторить 3 раза. Новый век, пусть заодно повод даст для интересного кино. А пока наоборот, повод хрюкнуть подаете нам Новый год. Какие же вы красавцы оба! Ну а теперь, Чистёпка, пошли к Зайцевой. Ой, а кто это? Ты чё? Зайцева, это ж... Это такая женщина. Ой. У ей ноги прямо от ушей растут. Вот это усы. Познакомит. Перед тем, как бокалы поднять, я советую галстуки снять. Да и сделайте другу звонок. Может быть, он сейчас одинок. Алло, говорите, пожалуйста, кто-нибудь. Алло. Я хочу, чтобы у меня каждый стал хотя бы раз героем дня. Ну, а я наоборот. О, счастливчиками сделаю народ. Новый год начинает свой бег, и в эфире прямом новый век. Но ты смотри, а! По сценарию надо сказать. Мил моя, шо людям ты хотишь пожелать? Чтобы стал народа глаз и добрее, и умнее, чем сейчас. И добавить мне не лень. А кто это? Кирилл Мамбутов. Всем любви, но только не на один день. Так, ну кто у нас еще не охваченный? Так, Ханга и Фоменко. Какая Фоменко? Ты что, уже косой, что ли? Фоменко, он, запомни. Кстати, знаешь, чего у нас с Хангой общего у нас? У вас не может быть ничего общего. А вот и нет, дубина стаиросовая. Мы с ней единственные, кто не краснеют от шуток Фоменки. Снова про это хочу пожелать. Чтоб рождаемость выше поднять, чтобы с криком полундра страна стать империей страсти смогла. И тогда наверняка пусть запляшут облака. Ой, и тогда наверняка на Чукотке будет выше 40. Но пока наоборот. Даже в Африке встречайте Новый год. Нам расследовать надо всерьез. Кто такой гражданин Дед Мороз? И пора разобраться уже, что скрывается в женской душе. Говорят, и в этот год женский взгляд сердец немало разобьет. И, конечно же, опять. Ой, Степка, милой! Будет Пушкина за это отвечать! Ой, а мне что-то похорошело, Степка. Значит, завтра будет независимое расследование на тему, где набрался вчера хрюн. Да ладно, я нормальный и еще даже не поплыл. Сейчас точно поплывет. Идем поздравим нашу гавань. Хау, хау, хау. И я здесь. Можем меня поздравить. Заходите, садитесь. Ох ты наша гавань измученная. Не тебя имели мы в виду, а программу «В нашу гавань заходили корабли». Извините, ошибся. Специально для программы. Мы желаем, чтоб нам корабли песни в гавань везли и везли. Душевные песни. Чтобы пел с нами вместе народ. Даже те, кто совсем не поет. Мы хотим
льется. Из-под стола. А пока наоборот. Водка льется прямо в рот. За столы уселся праздновать народ. Да-да, передайте винегретику. Из такой новогодний синдром. Мороз, мороз. Ночью весело, плохо потом. Погоди мне, на поможет отвар травяной. А с утра огуречный настой. Ой-ой-ой. И мороз, и снегопад. В каждом доме елка. Чем не зимний сад. Ой. Только нужно точно знать. Ну давай, чего знать, не томи, профессор. Как и сколько эту елку поливать. Так давайте под елкой гулять. И шампанским шары заливать, чтобы игрушкою самой большой засверкал в Новый год шар земной. Пусть живется всем легко, тем, кто близко и кто очень далеко. В Петропавловске, в Москве, в Дагестане и Туве, в Минске и Южкорале, в Дели и в Таранде, в Тель-Авиве, Астане и в Багдаде, Фергане, в Вашингтоне, Анкаре, в оглушительной пальбе, в нескончаемой борьбе, под столом и в оливье. И еще хрен знает где! Те, где смотрят НТВ. О дальнейшем развитии событий в новом году, в новом веке и в новом тысячелетии вы узнаете из информационных программ на канале НТВ. С Новым годом!